Всего месяц назад здесь кипели строительные работы. Спустя время площадка по адресу Железнодорожная 52 преобразилась до неузнаваемости. Все это стало возможно благодаря комплексному благоустройству придомовой территории. Мы получаем позитивные отклики на нашу работу от жителей. В целом остались заводы, потому что жители здесь очень давно этого ждали. Здесь не было ни детской площадки, ничего. И в данный момент мы можем видеть, что даже вот сегодня, сейчас вот даже дети вот с мамами играют на детской площадке. Результаты реконструкции видны невооруженным глазом. И все же, даже в этой бочке меда нашлось место для небольшой ложки дегтя. Из плюсов то, что вот установили новую детскую площадку. Очень приятно стало гулять с ребенком. Есть чем заняться, есть куда выйти. Из минусов, конечно, хотелось бы больше чистоты на этой площадке. Вот дворников, чтобы убирали вокруг площадки. Было бы очень приятно. Из-за отсутствия ограды часть прибывающих на станцию мытищинцев срезает путь прямо по зеленому газону. Решение есть, и при том довольно простое. Большое ограждение, так называемые кресты, вдоль станции Перловки по просьбе жителей для предотвращения прохода всех, кто приезжает на данную зеленую территорию. Все необходимые меры будут приняты в ближайшее время. Это поможет сделать площадку еще лучше. Евгений Щепков, Александр Соломгин, Первый Мытищинский.